Всем привет, дорогие друзья мои, подруги, с вами, как всегда, Алекс. И да, ты видишь вот этот офигенный, обалденный щит. Значит, это щит каменный. Не просто каменный, значит, а каменный щит с отпечатками. Ты у меня просил, значит, сделай видео, как достать его, я тебе сделаю. Он накапливает безумие. Кроме того, прикройте щитом, навалитесь на него всем телом и тараньте врага, сохраняя защитную стойку. Да, у него есть и такое, к сожалению, у него, по-моему, тут много силы надо, да. Силы 48 надо, я еще не прокачался, но так как и ребята говорили, можно взять его в две руки, вот так вот. И тогда у тебя все хватит, смотри, оп. Давайте посмотрим на этих слабых мобах и пойдем к сильным мобам, значит. Пойдем к сильным мобам, у меня есть один специальный моб. Ну, в принципе, нормально. Я в изолированной камере, это любимая моя камера. Так, а как заагрить его? Вот, урон идет хороший. По мобу, в принципе. Так, вот это рычание ничего не дало. Так, уйди ты, а. Вообще ничего, просто ничего. Это шикарная защита. Смотри. Смотри на жизни. Да, я подойду к тебе, подожди. Вообще нифига. Так, вот этот маленький мне мешает, реально. Смотри, просто нифига, он своего забил. Своего забил, а по мне никакого урона не проходит. Это просто читерский щит, значит. Читерский щит. Вот, у меня забирается стамина немножко. Ну, пусть забирается, в принципе, я считаю, что не... Пожалуйста, мне не жалко. Мне не жалко. Ударь меня хотя бы раз. Пробей этот щит. Ты же сильный, здоровый моб. Смотри, я не нажимал прыгать. Я тебе честно говорю, я просто в стойке стою. Он сам кувырком отпрыгнул и ничего не случилось. Короче, щит просто имба. Вот. Я побежал, значит, и получил урон. Ну ладно. Возьмем богохульник свой и покончим с тобой, значит. О, и рычит, смотри, он даже через текстуры пролазит. Пролазит через текстуры. Пойдем забирать этот щит. Так куда ты отступаешь? Подожди. Не отступай. Не отступай, никогда не отступай. Что ты такой? Милишный какой-то. Слышь, отступает сразу. Значит, чтобы щит этот получить, нам надо отправиться в Лейндейл, столицу. А именно, отверженные глубины, восточный бастион столицы. Нет, сбор отверженных, это я уже все пооткрывал. Нам нужна именно подземная канава, потому что вот это я все пооткрывал. Я здесь откис уже, да. Не смотрите даже так, я откис, все пооткрывал. Нам нужна подземная канава. Кто не знает, как добраться к подземной канаве, балкон с видом на бульвар и колодец вам в помощь. В видео, значит, где мы получали... амулеты, и я снимал по подземелью как раз, подземная канава, здесь есть подземелье еще. Катакомбы Лейндейла, я снимал видео, вот они, про секреты, там два медальона. Значит, до подземной канавы я показывал, как добраться, это просто, значит, и мы начнем отсюда, именно с подземной канавы. Итак, значит, вот мы в этих подземельях. Что нам надо сделать? Первое, что надо сделать, это, конечно, открытие первое, вот эти ворота, точнее, это второе будет. И первым открыть вот те вот ворота, вот вдалеке которые. Значит, бежим, пробегаем. Руну я заюзал, не заюзал, уже не помню. Этих мобов я всех побеждал. И очень хорошо здесь подфармился. Кстати, подфармился очень, очень неплохо. Прыгаем сюда, пробегаем здесь аккуратно. Крыса выпрыгивает. И запрыгиваем вот сюда, вот запрыгнули сюда. И мы забыли включить с вами самое приятное. Да, это фонарик. Ставим на жизни. Нет, руну я не заюзал. Обязательно заюзаю. Она дает у меня очень много жизней. Пробегаем улиток. Да что-то провалилось. Спрыгиваем. Ты гадость какая, а? Мерзкие улитки, конечно, вообще.
не дают покоя здесь, в этих подземельях, катакомбах. Значит, прибежали мы сюда. И здесь, в принципе, можно победить их всех. Что я, наверное, и сделаю. А, можно и пробежать. Вот, у меня... Ах ты, зараза. Ах ты, зараза. Вот, и заходим вот в эту дверь, открываем ее. Здесь будет, кстати, мечевидный ключ еще лежать. Вот, некоторые спрашивали, значит, вот талисман, он восполняет ОЗ при убийстве врагов. А также и меч восполняет ОЗ при убийстве. Меч-богохульник. И у него такое свойство есть. Забежали сюда и бежим наверх теперь. Пробегаем этих слизняков. В общем, здесь можно заблудиться. Вот, блин, здесь их сидит, конечно. Куча просто целая. Вот для чего мана нужна, в принципе, жизни. То я так пополняю. Блин, тут еще живой какой-то есть, а? Постоянно сидят здесь. Забежали сюда. И теперь спрыгиваем. Спрыгиваем вниз. Заходим сюда. Вообще, я здесь могу заблудиться. Да, это я... Это я, по-моему, так же и пробежал. Насколько я понимаю, да, нам надо было не туда чуть-чуть. Сейчас я все покажу. Значит, ты запоминай. Вот, забежали вот сюда, вот где фонарик стоит. Нам надо подняться. Здесь упасть. Вот, мы упали. Да, я здесь откис. Здесь очень аккуратно. Здесь вылазит моб. Такой очень неприятный моб. Ну, можно по краешку. Там рун немного, в принципе. Не, они увидели, все равно увидели. Здесь я дрался. В принципе, можно и подраться с ними. Со всеми. Но она вылезет. И будет не ахти. Вот она, вылезла уже. Восполняем жизни и быстро сюда идем. Она, в принципе, потом еще вылезет у нас возле других мобов. Вот, забегаем сюда. Хотя можно было бы и руны забрать, и дальше проще было бы. Здесь улитки. Снова омерзительные, не хочу на них тратить ничего. Жизни пополнились, у меня такой вампиризм, значит, стоит легенький. Забежали сюда. И да, по-моему, нам здесь надо прыгнуть. Или не здесь прыгнуть. Сейчас я гляну, потому что здесь можно заблудиться. А нет, вот куда нам надо. Вот сюда вот. Значит, туда не идем. Этих убираем. Можно понять по улиткам. Здесь, в принципе, тоже что-то лежало. Я уже собрал это, значит. Какой-то драгоценный материал лежал. Так. Жизни у нас хватает, мана тратится, но мана тратится, в принципе, не сильно много. Поэтому терпимо. Да, и вот здесь моб сидит у нас. Вот и мана закончилась, да? Поэтому ману надо беречь. Потому что без маны с ними очень сложно здесь воевать. Вот я промахнулся. Попал. Уже второй пришел. Опять мана закончилась. Ой-ой-ой, я две бутылочки заюзал. Иди сюда. Вот, все, жизни пополнились, но ману я потратил. Но это ничего, нам главное открыть дверь. Открыть дверь, да? Точнее, ворота открыть. Чем мы сейчас и занимаемся. Нам надо открыть ворота. Это первостепенная задача здесь. С этими разобрались. Мы здесь, кстати, тоже много вкусного лежит. У меня не показывается. Забегаем сюда, здесь забираем. Здесь где-то второй ходит. Я не знаю, чего его нету. Обычно их два стоит здесь. Вот. И открываем вот эти ворота. И тем самым вот вы тянете за рычаг.
И вон наша сохранялочка уже есть, то есть, да, уже, в принципе, можно пойти пополнить. Но я рискнул, значит, побегу дальше, а вы можете прийти на сохранялочку и зайти вот в эту дверь. Заходим в эту дверь. Здесь вот такие неприятные мобы сидят. Ману на них тратить не стоит. Это я вам точно говорю. Здесь еще один. Аккуратно он падает. И, значит, здесь спуститься нам не получится. Нам надо вернуться чуть-чуть наверх. И спрыгнуть немного вниз. Потому что, ну, здесь никак не получится спуститься. Здесь очень такое опасное место, я бы сказал бы. И здесь нам надо спрыгнуть вот сюда. Вот очень аккуратно прыгайте, потому что я некоторые разы прыгал просто в пропасть. Так как это здесь в Elden Ring, это нормально. Здесь шарик какой-то качается еще, есть такое, да. И сидит моб. Его мы тоже убираем. И аккуратно не падаем, потому что богохульный клинок, когда вы бьете, он... Он просто, ну, вот этих вот, я не знаю, маной, не маной бить. Давай хилочки поставим. Ману надо очень беречь здесь. Забьем так их. Забьем их так. Цветочком аккуратно. Отравление накладывает. Вот, забили, пробегаем сюда. Если что, ты отмотаешь, как-то помедленнее поставишь. Я абсолютно... Блин, успел, а? Я забыл за него. Я забыл за него, наложил отравление, но это не обязательно. Значит, по лестнице там будут вкусняшки внизу. А нам надо... Здесь еще два цветочка появятся, вот они появляются. Нам надо вот сюда вот. Забегаем сюда. Поднимаемся повыше. И здесь как раз мана нам и пригодится. Потому что здесь противные лягушки, которые накладывают вот. И накладывают они неплохо. Нет, меня вот это интересует. Ой-ой-ой, уйди. Он иногда бьет их, значит, пару раз. Экономим ману. Это облако накладывается, да, и потом все, значит, и теперь пополняем ману. К сожалению, я один раз лишний пополнил, но ничего. Нам теперь главное что? Нам теперь главное открыть дверь, добраться до двери, до той самой двери. И мы почти рядом. Почти рядом, значит, но не совсем. Здесь нас ждет моб вот такой вот, злостный. Значит, пополнили ману. И пытаемся его убить. Здесь я пару раз откисал, вот он уклоняется. А вот и мана закончилась, да? И самонаводочка, уйди, пожалуйста. Да ёб твою. Я лучше так разберусь, да, и мана останется еще свободная. Так, заюзаем вот эту бутылочку, она тоже пополняет жизни, поставим хилочки. Здесь может появиться еще тот самый плохой моб. Но что нам надо сделать? Вот этой лестницы у вас не будет. Будет, по-моему, только эта лестница сейчас. Или наоборот, сейчас гляну. Значит, я не сильно помню. Здесь, кроме щита, конечно, много чего есть полезного. В этих пещерах буквально везде лежит. Да, вот та лестница будет нам недоступна. И чтобы она была доступна, нам надо зайти вот сюда вот. И мы добрались. Значит, эта дверь у вас будет закрыта. Мы ее открываем. Пробегаем. И садимся на благодать. Я, в принципе, присяду, наверное. Тем самым все бутылочки у нас пополнены. Теперь возвращаемся. Здесь, кстати, гоблин появляется вот этот вот. Непонятный такой. Его забираем. И теперь нам надо выше идти. Выше идти туда, чтобы вот ту лестницу опустить. Видите, она будет поднята у вас.
Но благо здесь уже есть сохранялочка, и самое главное мы сделали. Мы открыли и ворота, и дверь открыли. Прыгаем сюда. Вот это я неудачно. Неудачно, ну ладно, он промахнулся. Не надо второй раз делать. Не надо, вот. И нам надо наверх добраться, сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Здесь еще один вверху сидит, противный. Он с чем-то стреляет, но если какой-то магией по нему бить, обязательно промахнешься. Лучше сделать вот так вот. Это надежнее. И внизу еще один ползает, поэтому прыгаем вниз. Да что ты? Да что ты? И забиваем их. Забиваем их. Заходим сюда. Что-то спецприем не применил. Ладно. Заходим сюда и сбрасываем лестницу. Вот это вот нам надо было. Да, у вас не будет спуститься. Потому что у вас будет сбросить лестницу. Вот. Мы сбросили лестницу и тем самым укоротили себе путь. Дальше что нам надо сделать? О, нифига себе, подожди. Да ну тебя нафиг. Прыгаем сюда. Бежим прямо. Бежим прямо. Там здоровый моб за нами лезет. Не знаю, откуда он появился. Пробегаем сюда. Пробегаем сюда. Здесь крыска. Противная, я по ней попасть никогда не могу. Никогда с первого раза не могу попасть по ней. Бежим сюда аккуратненько. И теперь спрыгиваем сюда вот. Вот. Блин, я за тебя забыл, дружище. Надо было отбежать. Я за тебя забыл, но жизни я пополнил. Значит, здесь еще будут вот такие вот мобы, но нам надо вот сюда вот. Пробегаем сюда. И вот она, наша лестница. Мы уже почти все сделали. Спускаемся. Здесь будет возле горшка лежать, по-моему, кувшин. Ну, в общем, здесь ничего интересного, но только лифт. Лифт у меня опущен, потому что я прошел. Давайте поднимем, не будем тревожить горшков, они спят. В принципе, постоим с ними и подождем лифт. Красивый меч, богохульник этот, просто оттащусь от него. Так, вот лифт приехал. Мы заходим. И получается, мы сейчас придем на ту благодать, которая нам нужна уже. Которая будет очень нужна нам. Очень-очень. Потому что здесь будет очень большой крупный моб. Вот она, эта благодать. Советую, конечно, здесь отдохнуть. После чего бежим, значит, вот... в это вот, вот в эту дверку, да, вот в этот проходец. Забегаем. Здесь, насколько я помню, вроде никого нету. Видите, тихо как все. И здесь начинается самое интересное. Значит, этой благодати у вас не будет. У вас здесь будет огромный-огромный моб. Что с него выпадает, я, значит, вставлю. И как пройти дальше, тоже вставлю. If you intend to claim the frenzied flame, I ask that you cease. It is not to be meddled with. It is chaos, devouring life and thought unending. However ruined this world has become, however mired in torment and despair, life endures. Births continue. There is beauty in that. Is there not? If you would become Lord, do not deny this notion. Please, leave the frenzied flame alone. The frenzied flame is not to be meddled. It is chaos, so please.
Итак, ударили по стене, да, стена у нас разрушилась, и здесь начинается просто безумная, безумная акробатика. Тебе надо быть акробатом, тебе надо иметь много терпения, благо здесь есть сохранялочка. Вот этих убираем. Вот, на его убрали. Вот это забираем. И очень важно, значит, очень важно сохраниться на этой благодати. Я забыл сказать тебе. Вот, одного убрали, а второй внизу там. Я не буду убирать его сейчас. Покажу тебе, почему я его не буду убирать. Значит, на этой благодати надо обязательно посидеть. Вот, посиди обязательно, чтобы ты сохранился и не начинал пробегать снова. После того, как ты посидел на благодати, идешь сюда. Идешь сюда. Здесь безумная акробатика, все дела. А вот почему надо посидеть было на благодати. Значит, вот этого можно не убирать, потому что здесь у тебя будет вкусняшка лежать, и ты до нее никак не доберешься. Просто заагри его, значит, он заюзает свое вот это безумие и разрушит эти палатки. Но у меня уже ничего не лежит там, поэтому я его убиваю. И дальше очень важная вещь, значит, тот самый спойлер. Тот самый спойлер. Иногда, когда ты прыгаешь на камни и задеваешь их, ты приземляешься прямо вниз и не умираешь. Это я тебе оставлю в конце видео. Дальше, что нам надо сделать, чтобы забрать свой щит. Щит лежит там, я его уже, конечно, забрал. Где-то в самом низу. Нам надо аккуратно, аккуратно попрыгать. Вот если бы я видел, где он лежит сейчас, я бы тебе показал бы. Но здесь аккуратно с камнями ты прыгаешь. Музыку, значит, ты забираешь. Музыка будет отвлекать тебя. Музыка не нужна нам. Вот, и я не помню, на какой камень я прыгал. Но на угловой, по-моему, вот на тот угловой я и прыгал. Вот, да, до него мы долетаем. До него мы долетаем. И вот там, по-моему, где беленькая внизу, лежит какая-то фиговина, которая нам понадобится. Дальше что нам надо сделать? Прыгнуть на этот камень. Прыгнуть на нижний камень и сделать так, чтобы мы допрыгнули до того камня. До того камня можно допрыгнуть. Вот только, видишь, в углу там вот торчит такой камушек. До него, в принципе, отсюда, я не знаю, как допрыгнуть, можно или нет. Нет, нельзя. Вот сюда вот ты попадаешь, кстати, и иногда не умираешь, когда задеваешь камни. Здесь есть тоже благодать. Сейчас я тебе покажу, значит, как добраться до щита. Так, опять-таки этих убираем, ребят. Они абсолютно не нужны. Вот, убрали. И дальше идем. В принципе, самое главное, это вот тот вот камень угловой. Наверное, если не угловой камень, то ты просто туда не доберешься. Прыгнуть сюда, и вот он, тот угловой камень. Больше угловых здесь, ну вот там есть угловой. Но я не знаю, будет ли продуктивно именно туда прыгнуть. Но я попробую. А я не прыгну. А я нажал прыгнуть и не прыгнул. И вот, я приземлился просто сюда. Вот такое вот иногда бывает. Здесь есть благодать. И здесь надо будет тебе полностью раздеться, значит. И я тебе это покажу. Я думаю, до щита ты доберешься. Щит лежит не совсем так. Но здесь надо акробатику уметь. Я эту акробатику исполнил. Получил щит и довольный. А дальше как раз тот самый спойлер. Ты видишь ворота, они никак не открываются. И здесь нельзя как раз бить мечом. Абсолютно нельзя. То есть вот я нажимаю бить. Никого нету здесь. Абсолютно никто не стоит. И я не могу ничего делать. Когда вы подойдете к этим воротам, вы тоже ничего не сможете сделать. Но я тебе сейчас это все вставлю.
And remember, should you rise as the Lord of Chaos, I will kill you. As sure as night follows day, such is my duty. For allowing you the strength of runes, goodbye, my companion. Goodbye, Torrent. Ну что ж, ребята, с вами был, как всегда, Алекс. До скорого, увидимся. Пиши еще, что ты хочешь на обзоре. Значит, вот такой щит, он мне очень понравился. Он действительно реально просто непробиваемый. Это офигенный щит. Также в этих подземельях, я напоминаю, есть и амулеты, и камни мрака, и даже восьмой камень мрака есть. Именно здесь, в этом подземелье. Значит, заходи, не стесняйся. Открывай все дверки. У нас уже все дверки открыты, мы можем пойти куда угодно. Здесь не один босс, значит, здесь в этих подземельях целых два босса, которых я нашел, значит, один в катакомбах, один вот в подземелье, как раз перед этим самым щитом. Значит, там еще есть много вкусного, спойлеры ты видел. Я вот уже так, получил энергию, получил. Пока-пока, до скорого, увидимся.